Здравствуйте, друзья! Меня по-прежнему зовут Александра Паснова, и я, как всегда, прям очень рада приветствовать вас на моем канале «Закоренел цветочник». Как сказала моя подружка, сейчас опять будешь с фикусами обниматься, но я, конечно, постараюсь держать себя в руках. Короче, показываю вам обзор небольшой, какая бывает форма у фикусов. Это фикус экзотика, штамп коса, но это не совсем привычная штамп коса. На самом деле штамбов кос бывает много разных вариантов. Почему я его привезла, честно говоря, не знаю. Наверное, черт меня попутал, потому что, несмотря на мою любовь к фикусам, я стараюсь держать себя в руках. Но здесь я увидела вот этот прекрасный экземпляр по какой-то абсолютно смешной цене. И, конечно же, я не сдержалась. Итак, штамп коса – это способ формирования ствола. Когда берут, вы видите, здесь у нас три взрослых фикуса, и их начинают переплетать. Я уж не знаю, либо делают надрезы им, либо их просто пока не растут, их связывают каким-то образом. Но у нас получается вот здесь плотно срощенные стволы, разодрать мы их не можем. И в итоге мы получаем одно цельное растение вот с такой достаточно пышной кроной. Он немножечко примялся у нас, пока ехал, получился таким однобоким, но сейчас пройдет время, и он распрямится. Фикус экзотика, это у нас фикус Бенджамина, конечно же. И, конечно же, они показывают всем своим видом, нравишься ты им или не нравишься, нравится ли им то место, куда ты их расположил. Вот печальная история буквально последнего месяца, когда я привезла на продажу обычный фикус экзотика. Я вам, по-моему, не помню, показывала его или нет. Но там ничего особенного не было, просто обычный фикус, большой. И он начал в магазине сразу сбрасывать листья. Я переживала за Golden King, но Golden King держал себя в руках и листья все при себе. Этот же не очень хороший экзотичный товарищ начал кидать листья. Я забрала его домой, думаю, поставлю его около окошка. Пусть он там постоит и поведет себя прилично. В итоге за месяц потеря 50% листьев. То есть он меня ставил в одной комнате и кидал, кидал, кидал. Я ему сказала: у тебя нет шансов, я не возьму тебя к себе в спальню. Соберись тряпкой или пойдешь в лес. Он не послушался, я его принесла в детскую комнату, он продолжил себя вести вот таким отвратительным образом. Угадайте, где теперь стоит этот фикус экзотика? Надо мной уже смеются все, потому что я тряпка, я не могу стоять против них. Но в итоге сейчас у меня стоит на обрастании фикус экзотика. Может, кто захочет приучить к себе товарища, напишите мне, пришлю фоточку, за полцены отдам, потому что мне уже скоро, чувствую, негде будет жить, придется выносить кровать и спать на полу на коврике под фикусами. Ну, надеюсь, с этим такой истории не произойдет. Итак, штамп коса бывает, штамп коса решетка, когда несколько, вообще много стволов. Буду привозить, буду показывать. Есть штамп коса, когда они просто переплетены. Но вот это достаточно оригинальный способ формирования, когда нам сливают три в одном, и мы получаем такое шикарное, необычное дерево. Само собой, он будет расти вверх, но будет лысый ствол. Поэтому, если вы захотите себе вот такой красивый экземпляр, можете сразу подумать, что можете посадить в подсадку. Вот здесь личуза грунт, который мне многие пишут, какой он прекрасный, шикарный, смешанный с древесной корой. Я не знаю, зачем сделал так садовник. Я, честно говоря, негодую. У меня прям вот жгучее желание взять, пересадить его в нормальную землю, потому что вот это вот не держит воду абсолютно, а фикусы все-таки любят, когда их поливают хорошо и дают им высохнуть. Само собой, Бенджамин, так как он привередлив к месту, ему лучше дать время немножечко, не пересаживать его сразу. То есть поставить, посмотреть, как он будет реагировать на то или иное место. Если ему там не нравится, он вам это покажет. Не переживайте, вы заметите по куче листьев. Перенесете в другое, вот там, где он перестанет листопадить, а листопадить он перестает сразу же. То есть вот сейчас на момент съемки ролика этот не очень хороший товарищ стоит у меня, так, сегодня суббота, с четверга. И вот с четверга по субботу нет ни одного, ни пожелтевшего, ни сброшенного листья. То есть он добился своего. Я негодую, если честно, но ладно, вариантов пока нет. Поэтому как только ему нравится, он сразу в этот же день перестает сбрасывать листья. Просто запомните это. Если он бросает листья, бесполезно ждать, что что-то изменится, значит, ему просто не нравится. Двигайте его вдоль окна,
Носите, угрожайте, уговаривайте, делайте, что хотите, но нужно добиться того, чтобы он перестал бросать листья. Как только ему место понравилось, проходит недели две, после этого уже вы делаете пересадку. Я вот понимаю, что я держусь за ствол, и меня это питает. У меня сегодня впереди тяжелый рабочий день, поэтому мне нужно немножко подпитаться энергией. Ну что, красавчик, что тут скажешь? Надеюсь, смогла вас порадовать необычной формы ствола. Уверяю вас, это не единственный вариант. Буду привозить, показывать. Кстати, обратите внимание, пахир, штамп коса, у нее три ствола переплетены, но они не сросшиеся между собой. И если гибнет один ствол, то мы его можем аккуратно вытащить. И у нас останется два переплетенных ствола. Здесь в этой ситуации так не сработает. Ну, просто те ветки верхние, которые от погибшего ствола будут расти, их придется обрезать и надеяться, что оставшиеся обрастут. Но это уж прям совсем в крайнем случае, если вы его залили, или если заморозили, или вообще что-то вы с ним сделали не так. Они все вместе, уже корневая система единая, поэтому должны хорошо расти. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожелания, пишите мне под видео. Но только не спрашивайте, в какой грунт сажать, какое удобрение. Про фикусов сняла уже столько роликов, что у меня уже мозоль на языке отвечать на эти вопросы. Про вредителей тоже я уже рассказывала, не хочу. Хочу просто красоты и делиться ею с вами. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и до новых зеленых встреч.